Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем обсуждать, я не побоюсь этого слова, скажу знаменитое интервью. Перед началом этого видео хочу вам сказать, что я вот таком вот в новом образе, у меня выскочил прыщ, не расчесана ресница, ну и просто я красивая статная женщина. Начинаем. Недавно вышло интервью, где довольно-таки знаменитый рэпер, of course, высказал свое мнение по поводу женщин, да, очень прекрасный пол, очень классный, ну, короче, высказал свои мысли, дал, так скажем, интервью, поделился своими умными мыслями, да, в массы, и все начали настолько обсуждать это интервью, что я просто в шоке. Давайте я вам скажу так. Мы сейчас с вами будем обсуждать интервью, которое я не смотрела, потому что я считаю, что я бы просто этого не выдержала. Но я посмотрела много, да, каких-то отрывков туда-сюда. Хочу сказать, конечно же, еще раз, да, перед началом этого видео, что мы никого не осуждаем, мы просто, так скажем, по-девчачьему обсуждаем, ну а мужчины, которые будут досмотреть, просто послушают очень интеллигентную женщину, то есть меня. Я не накрашена, накрасила только губы, но не про это, мне просто хочется поговорить, и я хочу вам сказать. Короче, я не буду называть никаких имен, скажу, что имя его начинается на такую же букву, как и слово «мама», поэтому делайте свою, короче. Девочки и мальчики, я, знаете, не какая-то там феминистка или еще что-то. Я считаю, что мужчины прекрасны. Мужчины должны быть в нашей жизни, мы без них никак. Они, кстати, с прошедшим вас праздником, они очень мега классные. Ну как очень, не знаю, как все, у меня это... Да, я не знаю, что мы делали без них и так далее, чтобы вы просто понимали, да? Вообще, но... А значит, уважаемый певец, рэпер и просто хороший человек, молодой, да? Ладно, окей. Высказал какие-то такие параметры, которые бы он хотел видеть у своей girl, а именно у своей будущей жены. Короче, и он сказал, что если у девочки, например, в запрещенной соцсети есть фотографии в купальнике, в каком-то там белье и так далее, то it's okay, брат, но это не мое. Очень начали все тоже обсуждать, через каждые три слова говорит брат. Это реально смешно, знаете почему? Я, кстати, ненавижу, реально прям ненавижу, когда славяне пытаются, знаете, сделать акцент это, да, и говорить какие-то слова. Ну, то есть все то, что как бы оно вот идет от Кавказа, да, оно льется, так скажем, оно в тему. И вот это вот начинают, я даже не люблю, вот, например, очень отвлекусь от темы, когда вот я, да, в Молдове хожу на свадьбы, включают какую-нибудь кавказскую песню, я даже не хочу на это смотреть, потому что, ну, да, ну, это просто мои какие-то моменты, ну, так вот, и он прям, ну, прям, я не знаю, три слова, брат, oh my god, boom. Я в шоке. Я, чтобы вы понимали, все через оптимизм, да, ничего такого, просто обсуждаем, просто, так скажем, окей, тимиток. Так вот, и короче, да, и он сказал, что нет, если там есть эти фотографии в запрещенной соцсети, это не его левел, это не тот формат, и это не может быть, да, его женой. Давайте выскажу на этот счет свое мнение. Женщина 25 лет, замужняя, стрелец, экстраверт, классная, владеющая информацией и просто любящая женщина. То есть я вам хочу сказать, да, вот то же самое я. У меня очень сложный характер. Я очень достаточно прямолинейна, порой бываю. Я очень такая, знаете, если мне что-то не нравится, я скажу, я там это самое, ты, да? И можно подумать, что я вот такой вот какой-то человек, но нет. Потому что, знаете, как я говорю, нужно бояться тихих людей, тех, кто говорит, да. Это касаемо и мужчин, и подруг, и так далее. Ну, это уже тоже другая тема, обязательно как-нибудь обсудим. Короче... Что я говорила? Ну, не помню, что, у меня просто много мыслей, я просто делаю вид, что я смарт.
не смарт-педикюр, а смарт-герл. Так вот, короче, да, понимаете, о чем я? То есть, это трэш. То есть, если у девушки есть какие-то эти фотки, да, в запрещенной соцсети, то это не его левел. Но мы можем посмотреть на его бывших. И там, все знаете, вот эти вот девушки из холостяка. У него там такая и была, конечно. Но вот это девушки из холостяка, да, такие вот basic, basic визуал, basic mood, basic все. Опять же, мы все с шуткой, с оптимизмом, ничего такого. Но это очень странно, понимаете, когда изначально у мужчин есть какие-то параметры. То есть, если у него фотка в купальнике в запрещенной соцсети, то нет. Он не скажет ей «да» в ЗАГСе. Понимаете, он не скажет. И для меня это так странно, так непонятно. То есть, очень многие мужчины, так скажем, молодежь, на молодежном сленге, мутки мутят с девушками из холостяка, а жениться они хотят на ненакрашенные, некрашенные, там, так далее, так далее, так далее, чтобы все было закрыто вот так вот. Не кажется ли вам, что это странно немножко? Не кажется ли вам, что женщина, да, но хочет она выставить фотку в купальнике, и что? Я понимаю, в других религиях, там, ну, там другое, да, но у других этого нету. Что не так? Она отдыхает, она такая же, как и ты, молодая, ей также 20 лет, она снимает какие-то сторисы, выкладывает что-то там с подружками, улетела куда-то, что-то выкладывает. Но, понимаете, опять же, нужна эта золотая середина. Я согласна, есть трэш, но хороший человек, хороший просто омайгарбл, и, допустим, у нее есть фотки в купальнике, все. И знаете, это очень интересно наблюдать, почему я говорю, но не то, что мы прям про этого человека, вообще, многие мужчины, они, знаете, говорят, мне не нравится, когда женщина красится, мне не нравится, когда женщина накачивает губы, мне не нравится, когда женщина то-то-то-то-то. Заходим в его подписки в запрещенной соцсети, что я вижу? А что я вижу? А что я и мой прыщ видит? А на кого ты подписан, зай? А тебе это все зачем? Не знаешь? Ты же не... И вот только не надо, что вот он смотрит на одно, а, ну, я не знаю, на кого вы подписаны, я подписываюсь на то, что мне нравится, да, либо какие-то мои знакомые, с фэмили, туда-сюда. В остальном я подписана, например, там, на какие-то арабские моменты, потому что мне это нравится, на женщин, да, belly dance, потому что мне это нравится, на там Ким, потому что мне это нравится. То есть я на все подписана, что я вау, смотрю и говорю вау. А тут тебе это все не нравится, но ты подписан? И знаете, как показывает практика, не очень потом все хорошо, потому что либо такие люди находят тихоню, она им потом им такое показывает. Такое показывает, такое, да? Я не знаю, возможно, потому что я такая, но и жизнь меня с этим тоже сталкивала, что вот лучше быть какой-то есть, чем делать из себя примерную внучку, примерную дочку, примерную жену, хорошую соседку. Не надо этого делать, если вы не такие. Да, я груба. И что сейчас? Зато понятно мои мысли, да, мои майнд, что на данный момент вообще я хочу от жизни. Тут понятно, легко и просто, да? Короче, опять же, не осуждаю никого, of course. Это очень странно. Мне, например, смешно на это смотреть, потому что, ну, понимаете, вот моя жена точно не будет такая. Вот, понимаете, когда-то кто-то, да, сказал, никогда не говори никогда. И я уже к своим 25 годам явно в этом убедилась. И теперь я никогда не говорю никогда, потому что жизнь потом тебе. На, Ангелиночка, на, Ангелина Тими, смотри, вам это надо? Если вы думаете, что я сверхэмоциональна, просто я такая. У меня бывают такие моменты, знаете, стрелец, хоп-хоп-хоп-хоп, ну вот. И вы просто бы видели эти интервью,
эти интервью. Оно одно, достаточно. Многие, конечно, начали писать, что вот, ты умеешь только петь, не нужно ничего не говорить, не нужно ничего говорить. Конечно, каждый имеет право высказать свое мнение. Это нормально, он хочет так, он видит так. Но просто это странно, понимаете, когда ты смотришь на одно, ты подписываешься на одно, у тебя бывшие дни, у тебя там нынешние, а тут ты такой заявляешь, вот, я хочу, чтобы она, да, была вот такой вот святой, и, ну, как, зай, как? Тем более, я думаю, что девушек, которых он описывает, они даже его песни не слушают. Ну, и он говорил, что если женщина, ее не научили, что она в отношениях с мужчиной должна... Женщина с мужчиной в семье, короче, она должна соблюдать субординацию. За что? Субординацию? Мы в офисе? Мы в школе? Мы в институте? Субординацию? У меня шок. Поставьте лайк. То есть, ну вы понимаете, да, какие мысли, какой вообще уровень инсайт, какой уровень майнд. Для меня это очень странно. Я считаю, что чем больше, допустим, да, ты нам показываешь, да я это, да я то, до свидания. Нет, вот с мужчинами это реально так, до свидания, понимаете? Он мужчина, они и так прекрасны, но они прекрасны, когда они все делают поступками, понимаете, вот... Идешь на какую-то свадьбу, да, вот, допустим, вот идешь на свадьбу, сразу, допустим, мы видим, какие есть пары, да, кто-то пытается из себя сделать, что он мужчина, он, ну, допустим, я на свадьбу хожу, да, там чаще всего молдавский, он там всю жизнь родился в Молдове, но он чувствует, что он кавказец, он говорит, брат, он это вот все, понимаете? Понятно, спасибо, никогда. То есть не надо. Есть другие, которые там тоже как-то какой-то моментик. До свидания. А есть те, да, кто сильно не показывает что-то. Просто ты видишь, что это вау. Ну и ты понимаешь. Мы понимаем с вами, девочки, да? Ладно, 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 ухожу от темы. Угу. Просто у меня еще такой новый свитер. Ну, короче, да. А, я сейчас на свадьбу иду скоро, но не буду говорить кому пока. Ну, ладно. Ну, летом это уже будет. Не сейчас, не сейчас, но иду. А еще я еще в бассейне была сегодня. Ну, это уже так, ресницы немножко упали, но тоже, с кем не бывает. Короче, возвращаюсь к теме. Ангелина, живи, пожалуйста, живи. Еще лет 70 надо, наверное. Я была очень удивлена. Знаете, многие писали, что вот он просто молодой, пока, как бы, знаете, тоже там жизнь покажет. Но это очень странно. Это очень странно, когда, знаете, ну, вот, допустим, вы знаете всех бывших Тимати. Я, допустим, знаю, да? И что? Ну, давайте, Тимати, выйдите и скажете. Нет, гиалуронка, нарощенные ногти, пластика, beauty girl. Нет, это я не люблю. Ну, я не знаю, мне как бы нравится его женщина, да, я люблю такой момент. Я люблю, то есть я поддерживаю этих женщин, почему бы и нет? Я и мужчин нормальных поддерживаю, и всех могу поддержать. Вы меня поддержите в комментариях. Спасибо. Да. Очень интересно, какое у вас мнение на этот счет. Я, конечно, люблю это вот все, да, промсули, там что-то это. Ну, просто потому что для меня, допустим, это немножечко смешно. Никакого негатива, просто немножко смешно, когда ты вот так вот, да, думаешь, что вот так вот все будет в жизни. Чаще всего такие мужчины хотят визуал очень красивый, чтобы она умела и борщ приготовить, и она работала 5-2, и детей рожала каждый год, и собак выгуливала, и корова у нее была в селе, да, и волосы у нее были натуральные, но при этом очень блестящие, да, вот такие вот. И вот она должна быть вся, соблюдать субординацию. Может, на «вы» еще с тобой общаться, или что там делать надо, скажи, мы не знаем. То есть, понимаете, да? И все это, чтобы и визуал был норм, и она и то могла, и борщ, и детей, и собак, и еще пусть сама шьет, и пусть еще текст новый сама пишет, и все сама, понимаете? Потому что, а почему нет? Зай, ну потому что это жизнь, да? Мне вот 25, я уже шарю, потому что, ну, уже не такая young, уже немножко на experience in my mind, in my heart, in my life. Буду заканчивать этот видеоролик. Я надеюсь, вам он очень понравился. Пожалуйста, поддержите меня.
лайком, можете написать любой комментарий, даже стикер, тем самым вы поддержите мой канал. Я вас очень люблю, не всех, некоторых люблю, некоторых немножечко нет. Вот такой еще раз показываю. Все, мы с моим прыщиком уходим от вас, дома вы говорите. Мы с моим прыщиком уходим от вас, но мы вам говорим. Не до свидания, а до новых встреч. Просто любите. И все будет хорошо. Ну и, конечно же, я желаю вам всем любви настоящей, а не какой-то там Борис Ночес. Всем пока.